Лекцию на тему «Основные задачи департамента». Правоохранительный орган города Сан-Фьерро, штат Феникс, США, СФПД стремится служить обществу, защищая права всех людей, что и показывает девиз департамента «Служить и защищать». Задача департамента – охранять жизнь и собственность людей, которым мы служим, чтобы уменьшить их страх перед преступностью. И для повышения общественной безопасности во время работы с различными общинами, чтобы улучшить их качество жизни.